two tickets. Да, тут похоже, походу есть этот кондиционер. Então a gente entrou aqui, tipo um museu. Shivalingam. Todo mundo olhando para cima para alguma coisa. В общем, заходим, попадаем в такое помещение. Тут достаточно прохладно. Всего 20 рупий стоимость. Mais cobras. В общем, это оружие такое. De que eles estão com tanto medo? Que? Disse. Acho que eles estão com tanto medo dessa. Que? Not really.
que ele pega os braços das pessoas, né? Sei lá. Não, ele sua. Ah, ele tá com... Cortar sua cabeça. Ah. Ah, tem ali no chão. Várias cabeças. Вот, в общем, он отрубил себе пару голов, и вот они лежат на полу. Неизвестно зачем. Для Шивы. Ганеш. Матинь aqui. Esse é o Ganesh. Ganesh cheio de comida, né? В общем, тут в помещении достаточно жарко, холодно, не знаю. Время от времени тут что-то дует, а время от времени ничего не дует. Такое странное помещение. Вот сейчас вроде дует что-то, вроде нет. Вот так вот пару индусов тут ходят. 10 рупий всего, недорого, в общем. Хорошо. Que é onde a gente está agora. В общем, это имена городов. Видите, Гакарна. В каждом из них находятся какие-то прикольные эзотерические места. Ну и, собственно, все, мы выходим назад. Тут чуть-чуть пожарче. Честно говоря, тут надо запоминать. Вон, наши видно. Ну тут реально люди просто накидывают кучу. Хорошо, что на наши не накидали, а то бы я бы точно, честно говоря, я бы реально уже забыл два раза, где мы тут оставляли. Вот фотограф. Итак, у нас последнее место осталось, вот эта вот колесница. Сейчас мы еще глянем, что это за автобусы, но это, скорее всего, все не рейсовые автобусы. У них всех нет водителя и вообще ничего нету. Так что все, делаем 5 минут. Видео это статы и бежим на автобус, потому что у нас не факт, что вообще есть время, не факт, что вообще мы доберемся сегодня. Уже практически 6 часов, а нам часа 2,5 ехать в Гакарну. Будем надеяться, что мы успеем. В общем, тут еще пара гестхаусов небольших для туристов, которые хотят жить прямо возле статуи Шивы. И вот, собственно, вот эта колесница. Можете на нее посмотреть.
We can go? Oh, Nicola. Now? No, no, no. I can go. इधर से नहीं इधर से और tem um passarinho ali na mão dele. Mas aqui fica muito escuro. Tá vendo? Uhum. Вот так вот выглядит остаток на золотой колеснице. Pelo menos encontrou banheiro, né? É que não tem. Não sei nem como que eu fiz. Tá, né? Olha os japoneses. Итак, тут вот какие-то туристы заселяются вот в этот унылый отель. А мы будем бежать уже где-то. Пол шестого, в принципе, нормально. Мы умудрились примерно до того времени, как я хотел, до 6 управиться. И будем надеяться, что мы успеем на автобус, что у нас автобусы все быстренько отправятся, и все будет норм. В общем, мы так понимаем, что это все не весело, автобусы. Поэтому мы идем туда, где весело. По крайней мере, туда, куда мы знаем, куда можно пойти. В общем, тут хороший пляж, но мы уже не успеваем на нем, к сожалению, побыть. Тут также можно купить всяких сувениров, кучу и поесть всякое. Нигде, что и во всех местах остальных, плюс-минус. Мороженое, пирожное. Но у нас уже, я боюсь, что мы не доберемся, если честно. У нас уже время прям поджимает. Вот тут прикольный, получается, магазин со всякими штуками. Тут feito de concha do mar. Шикарно, прямо люстры. Это, наверное, очень дорого стоит. Ну вот, собственно, в следующей серии вы как раз и узнаете, сколько это все стоит. Мы обязательно спросим у продавцов, сколько такие дивные ракушечные штуки стоят. Оказалось, что они, кстати, стоят достаточно дешево, только их везти с собой, конечно же, не очень удобно, особенно если вы собираетесь путешествовать еще несколько месяцев со своими рюкзаками. Ну а так, если вы проездом где-нибудь из Гоа и собираетесь улетать потом на самолете, то, в принципе, можно таких прихватить. Ну и также в следующей серии вы, конечно же, узнаете, сможем ли мы добраться до Гокарна в этот день. Ведь нам предстоит минимум 2, возможно, и 3 автобуса, чтобы только добраться до Гокарны. А на дворе уже начало 7-го, и непонятно вообще, до скольки эти автобусы ходят. Явно уж после 8 очень редко в Индии ходят автобусы. Плюс, как ни странно, так и оказалось достаточно сложной задачей найти автобусную остановку в этом Мурдешваре. А потом еще и найти автобусы на ней. Пришлось даже выходить за черту города пешком. В общем, вы все увидите это в следующей серии. Так что будет очень интересно. Кроме того, мы уже решили подготовить для вас специальную серию 330-ю о том, вообще стоит ли ехать в Индию в поисках каких-то знаний духовных, ну или зачем туда еще ездят самые прокачанные туристы, изучать йогу, учиться аюрведическим знаниям или саму лечиться аюрведическими препаратами в ашрамах. Так что я специально к Новому году постараюсь уже подытожить все знания и наш опыт, накопленный за эти 3 месяца путешествий. Того, стоит ли вообще ехать в Индию, какой уровень там духовных, моральных и так далее знаний. Наверняка получится очень интересным, особенно тем, кто только собирается приехать в Индию в поисках каких-то знаний и озарений. Ну и также, если нам будет совсем скучно, мы также на Новый год постараемся спеть для вас какую-нибудь песенку вместе с Габриэль. Надеемся, вам понравится. Нужно сделать тоже какой-нибудь шуточный выпуск, не все же так серьезно. Так что пока-пока, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, поддерживайте нас, поддерживайте нам настроение. И увидимся с вами в следующей серии, по ссылке в комментариях. Пока-пока еще раз.